Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это 11-е видео из рубрики Чевой. В данном видео мы с вами рассмотрим факт СТО или же механики, а также посмотрим их функционал по поводу замены аккумулятора, починки автомобиля внешних повреждений, а также починки автомобиля внутренних повреждений, в данном случае двигателя. После устройства на работу и получения определенного комплекта амуниции у каждого механика есть следующие предметы. Для того, чтобы их посмотреть, используем команду iTools. Как вы видите, у нас есть гаечные ключи, есть отвертки, есть молоток и рация. Также есть присутствие, точнее, одежда автомеханика, но в данном случае она одета уже на нас. Гаечный ключ используется для починки внутренних повреждений, так же как и отвертка. Молоток используется для выправления вмятин и починки внешних повреждений. Рация нам нужна для того, чтобы выйти на дежурство и возможность принимать вызовы. Еще команда, которая присутствует в фракции механиков, мы можем ввести команду help, выбрать работа. И как вы видите, есть нитро, это установка баллона нитро на машину. И также команда top, это для того, чтобы прикрепить крюк эвакуатора к соответствующей машине. То есть если вам поступил вызов и у клиента поломана машина где-то далеко за городом, вы можете приехать на эвакуаторе, подцепить ее, привезти сюда на станцию СТО и, соответственно, уже ее здесь починить и исправить неполадки, которые в ней присутствуют. Для того, чтобы выйти на дежурство, мы изначально включаем команду ТОГ радио. Как вы видите, мы включаем радио на пятую волну. Эта волна принадлежит механикам города Южного. Теперь пишем команду duty. И как вы видите, вышло сообщение на сервер, то что механик заступил на работу. Для того, чтобы его вызвать, нужно взять телефон и ввести номер 112. Дальше у диспетчера выбрать автомеханика, точно нажать клавишу 5. Точнее, не нажать клавишу 5, а ввести 5 в чат. Как вы видите, перед нами есть поломанная машина. Для того, чтобы приступить к ее починке, нам изначально нужно открыть капот. Капот открывается командой ВОБ. Теперь нам нужно взять соответствующий инструмент. Мы можем его достать или из нашего инвентаря, или же можем воспользоваться многофункциональным столом, который вы видите перед нами. Здесь мы можем взять этот инструмент, там чуть дальше мы можем взять аккумулятор для замены. Ну, в данном случае нам нужно починить двигатель, то есть мы с вами берем гаечный ключ. Он у нас, как вы видите, появился в руке. Подходим к машине и нажимаем клавишу Alt. Наш персонаж начинает производить ремонт авто. Пока он чинит, а мы с вами вернемся чуть попозже, после того, как он закончит ремонт. Для того, чтобы положить ключ обратно на место, подходим к столу, нажимаем клавишу F и положить инструмент. Можно закрыть капот командой ВЦБ, но перед тем, как мы это сделаем, давайте с вами поменяем аккумулятор. Аккумулятор можно менять только на станции СТО, нажимаем клавишу F, берем аккумулятор в руки, также подходим к машине и нажимаем клавишу Alt. Аккумулятор заменен. Теперь давайте закроем капот. Капот закрыт, аккумулятор поставлен, двигатель починен. У нас осталась только одна проблема в данной машине. Это, как вы видите, сзади у нас разбито стекло и отсутствует бампер. Для того, чтобы это починить, давайте машину немножко отгоним вперед. Возьмем с вами теперь молоток и приступим к управлению вмятин, точнее, убирание внешних повреждений. Также подходим с молотком сзади к конкретному месту, нажимаем клавишу Alt, и он начинает чинить конкретное повреждение. Мы с вами вернемся после того, как он починит.
мы с вами поговорили о том, какие команды присутствуют в котировке машины, также как выходить на дежурство, чтобы получать вызовы. На этом функционал механика заканчивается, ну, помимо того, чтобы еще установить нитро. Поэтому мы данное видео с вами также заканчиваем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, мы стараемся для вас.